В связи с улучшением эпид-обстановки аппарат для проведения компьютерной томографии в Одинцовской областной больнице вернулся к работе в штатном режиме. Главный врач лечебного учреждения Андрей Фадеев отметил, что в период пандемии аппаратура для проведения КТ использовалась для диагностики пациентов с симптомами ОРВИ. Но теперь медицинские организации переходят на привычный рабочий график, и этот вид исследования вновь станет доступным.